Позвольте мне еще раз официально во Дворце независимости, символе независимости нашего государства, приветствовать вас. Вы для нас всегда желанный гость. Мы никогда не боялись приезжать в Беларусь, и мы это очень ценим. Вы знаете, господин канцлер, вы вчера коснулись этого вопроса. Я с вами согласился, что у нас глубоки корни нашего сотрудничества. Они еще там, в советских временах, когда ведущие австрийские компании откликнулись на просьбу руководства Советского Союза и строили здесь самое современное предприятие. И эти предприятия и сегодня являются одними из лучших предприятий, особенно в промышленности нашей Беларуси. Поэтому основа для сотрудничества, в том числе историческая, существует. Но согласиться с тем, что у нас с вами всего лишь 200 миллионов товарооборот, кстати, это меньше за год, чем вы инвестируете в нашу страну, с этим никак согласиться нельзя. Нам надо наращивать двустороннее сотрудничество, а оно, прежде всего, выражается в торговле, в товарообороте между нашими странами. Мы всегда приветствуем ваши инвестиции в Беларуси, я вам вчера сказал. Если у ваших крупных компаний есть интересы, а вы об этом говорили, что они есть в Беларуси, я готов лично с руководителем любой компании, которую вы обозначите, вести диалог по производству, здесь совместному производству тех товаров, которые вы сочтете нужным.